Снимай, когда он едет, ты познакомый скажешь. Фамилия! Не, нормально объехал. Нормально. Чего там?
Кстати, врезался. Ну, похоже, не первый раз он мог ездить. На канале так. Всегда самое детское. Позови двоих, конечно, должно. Это еще с одним. Они уже ближе, да, так что не нужно.
Девушка, да, пацан. Ну, пацан, да, девушка, надо. Смотри, смотри. Что они будут делать? Да, да.
На их технику, но и пообщаться с этими ребятами. Они много путешествуют не только по нашей стране. И, конечно же, вам будет интересно узнать все подробности. На счет три ваша задача сделать самую симпатичную какую-нибудь штуку из сковородки и подарить это своей любимой или выбрать кого-нибудь из народа и подарить. Хорошо, подождите. Стойте. Ладошки потеют, да? Все нормально. Ребята, вы готовы? Ешкарова, хорошо. Считаем все вместе. 3, 2, 1. Поехали! Нашел там, я не знаю. Подожди, еще есть время, что-нибудь делай. У тебя пока самая плохая штука. Давай, доделывай. Я, в принципе, не сомневался, конечно. Полтора часа вот туда.
прекрасная АК, мне кажется, она заряжена, и сегодня, возможно, она здесь и в воздух. Обязательно оставайтесь. Thank you.
Республики Мариэл. Все понял, просто группа, а ты ваши аплодисменты!